Где началась ваша футбольная карьера? За какие клубы вы играли? Профессиональный футбол я заиграл, когда был игроком в Фиоренции. Потом у меня было Гремио в карьере. Научику команда. Ботафогу Риберон Прету. Japão. Потом я играл в Японии, в японской команде. Сеара. И, Бразилии клуб. И до Крузеро, наверное, до Крузеро вы такая. И с Крузеро, я уже из Крузеро пришел в Аланию. Как возник вариант с Аланией? Долго думали о переезде в далекую холодную Россию? Поступило предложение, что есть возможность сыграть в России. Я сразу же обратился к своей семье. Моя семья очень позитивно это восприняла. И так как меня моя семья поддержала, и у меня самого было желание попробовать свои силы в такой стране, в таком чемпионате, где я пока еще не играл, поэтому я очень многое времени у меня не заняло принять вот это решение играть в России. Мне сразу это как-то понравился этот выбор, этот вызов. Какой фактор сыграл решающую роль? Очень сильно на меня повлияли мои друзья, такие как Жедер, такие как Шарлес из Локомотива, Жон, которые мне очень позитивно отозвались о своем опыте игры в России. Общались с президентом клуба Валерием Газаевым? Да, у меня состоялась непродолжительная с ним беседа, но она у меня состоялась именно тогда, когда я только приехал в Турцию. Это были какие-то такие простые фразы, как «добро пожаловать». Вот, поэтому такого обстоятельного разговора пока не состоялось. Я надеюсь, что у нас будет время поговорить, потому что мне очень важно пообщаться с президентом, чтобы он мне лично рассказал о целях Аланиях, о планах, о том, что Алания хочет достичь, как он меня видит в этом клубе. Поэтому я думаю, что эти разговоры, эти встречи с президентом в ближайшем времени я с удовольствием буду принимать в них участие. Как приняли в новой команде? Дело в том, что меня очень здесь добродушно приняли, гостеприимно. Но я сразу хочу сказать, что здесь дело не только в том, как меня принимают. Я хочу сказать, что и от меня очень много зависит. Это не так, что люди должны меня принимать. Я тоже стараюсь общаться со всеми, стараюсь понять, где я нахожусь. У меня сейчас проходит период адаптации, я узнаю игроков, со всеми общаюсь. Я думаю, что ребята уже сказали, что мне помогут. Я думаю, что у меня с адаптацией проблем не будет. Но одним словом могу сказать, что меня встретили очень тепло. Что сказал главный тренер Владимир Газаев при первой встрече? Первый комментарий со стороны главного тренера – это было то, что он меня знает по видео и прокомментировал, как мой стиль игры в Бразилии. После этого мы перешли к обсуждению немного тактического рисунка игры Алании. И здесь был такой разговор уже более технический, как он меня видит в той или иной схеме игры Алании. Я со своей стороны пообещал ему, что приложу максимум усилий, чтобы как можно быстрее влиться в эту схему. Вы уже провели первый матч за Аланию, хоть и неофициально. Довольны ли взаимодействием с остальными игроками? Конечно, я не совсем доволен. Это было бы странно ожидать от первой игры. Могу сказать, что в первом тайме я не совсем себя уверенно чувствовал, потому что было не совсем взаимопонимание. У меня получалось в первом тайме игры с египтянами, но я могу сказать, что во втором тайме у меня уже гораздо все это лучше пошло. Я знаю, что у нас сейчас будут товарищеские игры. Вообще, в идеале я бы хотел добиться того, чтобы даже закрыв глаза, не видя, я уже знал, где будут находиться мои партнеры по команде. Поэтому я думаю, через вот эти игры это взаимопонимание придет. Готовы к конкуренции с партнерами за место в основе? Конечно, я хочу играть в основном составе. Я приехал, чтобы драться, бороться за свое место. Я выехал со своей стороны и проделал такой большой путь не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных. Но я хочу сказать, что я уважаю любого своего одноклубника. Пусть играет тот на поле, кто в данный момент сильнее. А на какой позиции вам играется комфортнее? Это та позиция, в которой меня наигрывает Балани. Это позиция центрального полузащитника. Моя задача помогать в нападении, помогать нападающим. Это вот именно та позиция, где я себя чувствую наиболее комфортно. Знакомы ли вы с кем-нибудь из бразильских знаменитостей? Роналдиньо Гаушо, Эдуардо Кошта – это игроки сборной. Мы часто встречаемся в конце года, когда у нас есть отпуск, и у нас есть время пообщаться. Бразильцы любят отмечать голы танцами. А как вы празднуете забитые мячи? И мне тоже нравится танцевать вот после гола. Но мне надо знать, чтобы я находил понимание партнеров. Потому что если я буду праздновать гол, я должен знать, что мои партнеры тоже хотят в этом стиле праздновать. Потому что будет странно, что если я буду танцевать, а мои партнеры как бы по игре. Ну, зависит от того, как у меня вот сложится групповое именно празднование. Он хочет, чтобы в его празднование тоже подключались одноклубники. Ваше увлечение в свободное время? Музыка, самбо. И люблю музыку, люблю самбо. Вот музыку, самбо. Очень люблю вот эту бразильскую погоду. Очень люблю семью. Когда у меня бывает свободное время, я провожу в кругу семьи со своими детьми.
Я вообще люблю слова, кан, транквил. Да и люблю дом, люблю покой, уют, когда могу побыть в лоне своей семьи. Это для меня очень важно.